Друзья, всем привет! Ярополк скоро откроет свои двери, поэтому ждем всех наших спортсменов, воспитанников. Вот. 2 года назад мы приобрели грушу водяную. Я не придавал ей значения. В период коронавируса я решил ее наполнить и повесить. Сейчас я хотел вам продемонстрировать. На самом деле, ощущение, когда кулак впивается в грушу, совершенно не это как-то приятно. Потому что 80% тела человека состоит из воды, а она сама водяная. Посмотрим. Я уже похудел, но форма еще не та. Тазобедренный сустав все равно дает о себе знать, когда добираешься тело. До встречи в клубе Ярополк!